Всем привет! Привет, друзья! Мы сейчас покажем, как вывести зеленку. Для эксперимента мы возьмем разного вида зеленку. Возьмем чашу Петри. Намазывай прямо здесь. Намазывай, не бойся. Даша решила нарисовать солнышко. Вставляй. И вторую. Теперь бери перекись водорода. Наливай. Лей, не бойся. Еще один. Да. И во вторую наливай. Еще наливай, наливай. Еще лей, налей туда просто одно. Теперь добавим аптечный раствор аммиака. Зеленка пропадает. Аммиак имеет довольно резкий запах, поэтому во втором случае заменим его обычной пищевой содой. Но при этом и обесцвечивание зеленки будет происходить гораздо дольше. Придется еще и потереть. Давай еще перекись. Еще? Еще немножко добавь. Все, размешай еще пальчиками. После химической очистки зеленки мы постираем эту вещь и покажем результат в следующем видео, в котором будем удалять с этой вещи йод. Процесс не быстрый. Теперь ради интереса попробуем это отмыть на руке. Возьми перекись водорода. Вот я уже смочил. Намажь мне пальчики. Намажь. И возьми аммиак. Вытирается, да.